Всем привет, дорогие друзья и любители необычных игр. Сегодня у нас будет очень крутой мод на Friday Night Funkin', называется Генри Стикман. Я думаю, все знакомы с данным персонажем, в том числе мы на канале проходили его оригинальные игры. Блин, это просто незабываемый персонаж, Генри Стикман. Ну так что ж, погнали, поехали, будет круто. Значит, КЗ, когда мод выходил, но, скорее всего, может быть, полгода назад, а может быть, год, но это не важно. Главное, что мод на Генри Стикмана. Погнали. Я не знаю, сколько тут песен, но тут довольно-таки у нас две полноценных недели. Будем играть на нормал, поехали. Шикарно. Вау, стоп, мультиплеер? Что? В смысле мультиплеер? Так, я на мультиплеер не готов. Да и с кем мне сейчас играть на мультиплеере? Ладно, да поехали, может, здесь? Скорее всего, нужно во фриплей играть. Тут всего у нас... Блин, очень много всего, да ё-моё. Мне кажется, ребят, у нас этот мод затянется на несколько серий. Вы просили Friday Night Funkin' побольше снимать его. И, конечно же... Все для вас, дорогие котики. Будем играть. Break in. Поехали. Так, вроде как, дорогие друзья, я разобрался, чё к чему. Так, Генри Стикман. Так, походу, будем петь. Да, Генри Стикман, будем сейчас петь фанкин. Типа, бип, да, а, что, как? Бибубабский дибибуб. Извините меня, но это какой-то неожиданный сюрприз. Бип. Привет, я girlfriend. А это бойфренд. Бип. Как я должен говорить на, типа, у вас странный язык? Би-би-би-бупс. А, что? Би-бупс-ки-би-ди-буп. Давайте поехали, батл. Рэп-батл. А, подождите. Что, как? Ох, ну ладно. Окей, поехали. Давай, Генри, начинаем. Все, сейчас будет круто. Я надеюсь, все-таки это не в каком-то мультиплеере, потому что, блин... Сейчас посмотрим. Так. Ну, первая песенка тут коротенькая, в принципе. И это вроде как не туториал. Так, все. Пошла. Да, одиночная игра, отлично. Я вот этого вообще сейчас не понял, дорогие друзья. В смысле, тут, блин. Так, дорогие друзья, значит, зашел я в настройки, покопался, и оказывается, у нас были выставлены совершенно разные клавиши. Короче, я все установил, все изменил управление, и, значит, должно все быть ок. Только вот когда бойфренд начинает петь, тут какая-то фигня вот с цифрками. Вот эта фигня с цифрками, короче, высвечивается. Я не знаю, как ее убрать, но, короче, неважно. Может, это так и задумано. Главное, что мы сейчас разобрались и можем играть нормально. Нормально, ну, в принципе, первая песенка была вообще отменная. Так, поехали следующую. Так, чтобы вот не потеряться, мы будем вот так ориентироваться на песни. Тут очень-очень много песен. Поэтому предлагаю, дорогие друзья, сегодня сыграть, наверное, песенки 3.
И уже в следующих сериях продолжим другие песенки играть. Поехали, Midnight. Думаю, будет круто. Погнали. Так, опять диалоги. Так. Этот батл слишком какой-то долгий и вообще, короче. Бибоп, скиди бибоп. Я не понимаю этих людей-рэперов. Так. Это факт чего-то, что... Короче, хер его знает. Ладно, давай приступаем к следующей песне. Генри, что? Он типа растерялся. Окей, поехали. Ну, нормально так, нормально, я тебе скажу. Довольно-таки прикольная песенка. Поехали следующую, значит, «Билеты, пожалуйста», вроде называется данная песня. Так, тут с Генри, так, тут тоже с Генри, тут уже... О, там уже будет круто в следующей серии. Круть, 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 круть. Погнали, короче, «Ticket, please». Так. 3, 2, 1, go. Так, что-то Генри взбешён. Воу-воу-воу-воу-воу, Генри, а чё ты разозлился-то? Блин, прикольненько, прикольненько, вообще круто, но было немного трудновато, дорогие друзья, все-таки тут передышек каких-то не было.
Ну, значит, что ж, продолжим, дорогие друзья, следующие серии. Значит, будем дальше проходить. Скорее всего, это все затянется на 3 серии у нас. Ну, значит, как-то так, дорогие друзья, спасибо за просмотр. Блин, крутой мод, крутой, реально, очень-очень крутой. На этом все, подписывайтесь на канал, дорогие друзья, ставьте большие пальцы вверх. Всем удачи, с вами был Кот, всем бай-бай.